Смотри в рожу друида, когда он начнет кастовать. Погоди, не верим своему. Блять, не загораживай, блять, перед своим. Так, ребят, сейчас слышно меня? Да. Станьте за нас. Немножко. Прям, чтобы прям морду видеть. Блин, ну в текстуру не вставайте. Какой твор, блядь. Выйди отсюда, блядь. Лошади тут. Дураки понаехали, блядь. Ты камеру приблизить не можешь, что ли? Так я специально смотрю с кем. Там, блядь, прямо в упор побегает. Ни хера не видно. Смотрим, пацанов. Да я буду бахать. Такая честь, нижняя гуляет просто. Да-да, папа моряк. Видел в последнее время негр, он тоже так может делать, мимасик там гуляет. Что какой? Я бафаю? Проживаешь покупку? Кулак бафай. Пеппер крест. Какой третий символ большой на холле паладина? Частица света, потом свет небес, и что еще? Ну, печать света. Печать. О, печать точно. Никспал 4 раз бафаешь, ордов каски. Пеппер крест. Кого там суммонить плюс? Войт, ты булок набрал или потом будешь опять просить? Да, я набрал. Я на робу зайду, если что. Пошли бить трэш. Там суммонить хапало еще разок. Близкие сосиски. Вы думаете, это была плохая затея собирать РС? Сейчас. Ну, через час. Да не, нормально. Не все укажем. Чисто по фану, если... Какой плохой рейд собрался. Чем он плохой? Я говорю, не такой плохой собрался. Плохой? Нет, не плохой. Не плохой. Где? Кто? Где он умирает? Да. Ну, короче, только во тьме, наверное, я не знаю, как они эти дамажат люди. Зузу, Декалер, Кавасаки, ни разу не видел их в игре. В РС. Но я не знаю, как они. Ну и Ретрик тоже не видел. Нахуя станете командиром, блядь? Заебись, еще приморозили. Да вы, сука, гении, нахуй. Так, где Артрейдер? Почему ты так общаешься, как было? Тебе вопрос задавали вот в чате сейчас. Тут ты можешь ответить на этот вопрос. Рейзи Варлокс такого же города, как и Хилика, кстати. Нового же города. А я тебе скажу почему. Потому что, блядь, эти некоторые люди очень плохие, нехорошие. Веди, веди, блядь. Чего? Я не понимаю половины слов. Что-то какие-то маты говоришь и жжёшь их потом. Это со я стороны... Говорю, всякие Васи морозят трэш, который не надо морозить. Чё, надо материться обязательно или чё? Ты видел, что я сейчас за две резки делаю? Очень жесткие слаки были от вас, я бы там матерился.
на Beastmaster. Наверное, имеется в виду, что БМ. Пока что там в БМ отличается что-то. Запа типа, наверное. Да, легко. О, если Артвейдер пойдет БМом и даст ДПС, то он получит 500 ЕП, потому что БМом никто больше не играет. Я думаю, на следующее, когда Джерем пойдет БМом, в таком случае. Ну, наверное. На Машек это какой-то наркотик или что это? Маша. Приста бафа нет. Лапы нет. Уже половину трэша убили, бафов таки не было. Спасите! Я под этим деревом. Мне нужна помощь. Шо, Вадь, ты будешь это завтра собирать? Надо расписать РТ. Я чаржился. Не умер. Целка обычки не было? Нет. Друкус. Не в ту сторону бежишь. Раз дыхание будет, ты умрешь. 1%. Калькулятор.
Так, Джерем, босса, психа, первую копию, заспал вторую. Помнит ник БДК Смуча. А, только что сказал и вспомнил сам. Да. Бегу. Лисения покидает гильдию. Песня какая-то. Ой, ну. Бурыч покидает гильдию. Иря. Настейша покидает гильдию. Кто-нибудь знает этих людей вообще? Ну, про Настейшу как раз таки писали про этого ханта на беседке недавно, по-моему. Я запомнился только тем, что когда я собрал CLK2 Спингер, он пусанул. А уже было два ханта в рейде. И он увиделся и больше не писал. Спасибо. Какая история. Обиделся. Что же за ЕПГП не шарит и думает, что мы есть дали, короче, на лут. Обиделся, написав мда, ясно все. Святилище считалось непредвиденным. Так вот. Но до сих пор оно не подвергалось такому штурму. Бля, что тут скажешь, люди по полгода в гильдии могут зайти во вкладочку правила, просчитать что-то как. Силы были неравны. Алекс сразу выбрала достойных союзников. Жаль, что придется прикончить. Нас убивали с расчетливой жестокостью. Но основной целью врага была кладка яиц в святилище. Атакой руководил кровожадный Заритриан. Но, боюсь, тут замешано и более могущественное зло. В самом начале я ощутила присутствие их настоящего... Кто был во всех трех РС? Плюс Аните. Двух? В смысле, с этой? Трех РС. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Да, блин, все-таки у нас людей нету. У нас 40% рейда ходят в одни и те же, ну, во всей РС-ке. Короче, вот сейчас затестил. Если отойти на максимальное расстояние от босса, где можно обдамажить, то там не фереет. Да. Только сейчас это... узнал. Ну, мне псих сказал это вот в 10 герри. Ну, я не знал раньше, я отбегал раньше, дальше. Ну, блин, сейчас падло это делать. За ретрика можно, например, ты когда отбегаешь... От фейера можно дать бурю, печать, фир пройдет, тебя не фирнет, и ты продолжишь дальше быть, например. Так нет, можно вообще не отбегать, можно встать на максимальное расстояние. Боже. Ну это вообще надо париться этим боссом просто. Этим манекеном минутным. Так. Рыбу кушаем, пишем Аркана Куспик ролем. Пьем фласки, минусу ЕП за фласки. Ордов. Пасочки. Ордов, Войд, Джулиан хилят во тьме. Пистола, Пеппер, Свято, Тьму танчит, Психопанкс, Свет, Кеншин. Вот. Терте пати остается добивать Гелема. Вдруг, а ты понял? Да. Заканчивается первая фаза. Ты остаешься добивать голема, то есть меточку выкину, ты будешь бить первого голема с меткой, потом по команде заливаешь иннеры. С пула на первой фазе отдаешь звездопад.
под конец первой фазы, когда вышел уже весь трэш, тоже отдаю звездопад. На второй фазе по КД звездопад, на третьей фазе с пула звездопад, на третьей фазе. И потом по КД жмешь. Вроде все. Лишь в квадрате. Так, кто подиспелит свет? Фрауд подиспелит свет. Ну, Джули. Олег хочет научиться. Первая пати во тьме? Первая пати во тьме, да. Угу. Куве, ты в свету. Давайте чекнем. Так, за слаки, наверное, ГП посмотрим. Заходим за линию. Ты готова, психопанс, начинай. Смотри, как Фурик стоит. Бьет спокойно, не как большинство привыкло под фреймом стоять. ДК тоже близко. Демон близко. Обратите внимание, где царь залезет. Они другого, они не понимают русский язык. Побежали метеор. Возвращайся через хвост. Не со стороны людей эти, наверное. Смотрим, нужен брейд. Играйте все сейчас в Халиона. Катапульта выноси метку. Выноси метку катапульта. Какой-то хороший человек стакает раскол, смотрю. Молодец. Отходим от фрейма. Там ретрик какой-то. Зузу ДК, отойди в квадрат, не зли меня. Катапульта. Плохо слышно. Говорю, ты смотрел Сезон Престолов? Давайте в квадрат, смещайте этот Джерен проводит голема. Стали в квадратик. От трэш дальше отвести. Войд, подымай Фьера. Морозим трэш сейчас. Зачем ты белый трэш? Все в Халиона играем. Все в Халиона. Так, теперь в трэш сыграли. С квадрата надо зайти. Молодец. Друкус подымай лапу. Друкус подымай лапу предков. Блин, а где он лежит? Стали в квадрат. Куда вы все сместились? Господи, боже мой. Лень, выноси метку. Стали в квадрат. Друкус, ты подымешь? Нет, нестандартная ситуация, минус 2 уже. Линер и пистоли, заливаем лень. Мы на семетку заходим во тьму, если добили. Не добили, нет же. Мне там рестнули? Лапу рестнули? Честно. Заходим быстрее. Минус 2 БР. Вы зайдете, нет? Вот метка. Кот чуть не умер. Молодец. Инера заливаем пистоли. Давайте не будем так слакать больше. Блин, забыл под лани. Дайте каску по Фьера, пристабав лапу. Также по сове дайте. Фьера. Фьера, первый кидаешь ордов, кидаешь тру. Если договаривались, то не слушайте меня. Сейчас будет метка, пойдем в свет. Ой, метка. А, блядь. Еще 6%. Это мы отстаем на 6%, что ли? Да, 4% еще. Ё-моё. Да, будет берса, ребята, если вы будете падать. Ждем лезвие. Друг, освоеноси метку. Ладно, заходим в лезвие. Падает. Так, ладно, давай еще раз попробуем.
Че, лапа предков как умерла во тьме? Зашла раньше танка? Да. Рукос в лезвие побежал. Да я видел. Не, ну 6% это много. Но мы еще добивали долго. А мы долго не заходили, очень потому что мы стояли же в свету. Кому лапа предка Финера заливает? Пистоли. Все пистоли, Ордов. Тебе не надо ману заливать, или у тебя проблемы есть какие-то? Не должно быть. Тогда пистоли заливайте. Кушайте рыбу. Ладно, будем считать, что нестандартная ситуация, все рассеялись. Кеншин готов. Так, Фьера и Ордов, вы разобрались, какую длань кидаете? Ну, он первый, второй, правда, озвучим лучше, как это делается, потому что он сказал, что он тут первый раз. Лена, смотри, на ком дебаф висит, дебаф об этом пишет на полэкрана, этот человек выходит к стене. Блин, я не именно знаю, поэтому я не хочу идти в тьму, потому что я переживаю, то, что как бы самой не затупить, еще с других смотреть успевать. Да я сейчас накосячу, короче. Но у тебя на ДБМе написано, что отчет времени до следующего пожирания души, вот эти галочки стоят? Нет. Поставь везде галочки, пожирание души, пылающий огонь, падение метеора, лезвие сумерек, и все будет показывать. Ты еще знаешь, где это ставить? Я озвучиваю, ну, обычно озвучиваю, кто выносит метку. Человек выносит метку до стены, ты выбираешь его в таргет, кидаешь длань, все. Давайте заходим за линию, ты там с эти метки к ДБМе ставишь сейчас или нет? Это я сейчас не буду ставить, это... Так у тебя ДБМ вообще есть? Да. Ну так пропиши, слэш... ДБМ. Открывается окно, вот ЛК. Нажимаем на плюсик. Смотрим, палата аспектов. Нажимаем на плюсик. Смотрим, Холлен, Сумеречный Разрушитель, индикаторы, предупреждение. Везде галочки, кроме дыхания и отчета по дыханию. Все. Все тебе будет показываться. Ладно, чек. Может быть, ДБМ тут, я не знаю. Войт Старфол готов. Кера, все готовы, начинай, психопанкс. Саурон еще же мне ПМ пишет, хочет украсть, наверное, у нас КД. Хочет с нами потратить. Так, зигспал метка. ЗДК, отойди в квадрат. Без комментариев. Уже в рейд. Смотрим, уже в рейде. Мелдин метка. Зузу ДК, ты здесь? Ты в РК?
Почему ты все время стоишь у фрейма веешь босса? Ты понимаешь, что на тебя может кинуться метеор, и мы погибнем. Ордов метка. Побежали, метеор. Так, лужа в рейде. Сразу зайдешь во тьму. Артвейдер метка. Все играем Халион. 10 секунд до переуходки. Нормально. ДПС играйте в трэш, БДК сразу заходи. Все, рейд зашли. Стали квадратик. Давайте. Максимальная концентрация на сколько там у нас? На 6 минут. И мы убьем. Сейчас будут лезвия. Смотри, как выносят лезвие во тьме. Лена. Так. Была, не было. Лизик спал, сам на себя кинул. Что было-то? Это лезвия были. Вагон. Хотя что-то Crazy Warlock что-то повернул так нежданчиком, я что-то тоже не убил. Заходите. Я выравнивал босс. Друкос, поднимаю. А, у тебя есть БР, Друкос? КД. Да что ты выравнивал босс? Зачем его выравнивать было? Не так выравнивал. Что криво зашел. Кидай по нему дай. Ну, видишь, ты кинул одна, молодец. Сколько БРКД? 2 минуты. Боят, выходишь сейчас в свет, поднимаешь лорда Кавасаки, царь зверей, лапу предков, потом по команде во тьму заходите втроем. Проценты. Там много еще, опять вы просрались. 4%. Ждем метку. Если войс выйдет, то мне придется остаться хилить, пока его не будет. На, давай упадем тогда, ладно. Да, что тут так, блин? Как-то глупо дохнет от лезвия-то. Что, блин, это настраивал ЭДБ или не? Не, ну вопросы красные сзади. Ну классные, типа. Сзади них шарик появляется, лезвие не умирает. Что это было? Не знаю, лезвие. Механика босса, блять. Ну вот как отвечать? Не, гайс, просто у меня ничего вообще не, вообще ничего не про это не прорисовалось. Поэтому я ее чего удивился. Как бы я не против то, что лезвие было, но суть в том, что ничего вообще не прорисовалось. Если у тебя не прорисовалось. В прямом смысле вообще ничего не прорисовалось, ну. Если у тебя не прорисовалось, заходишь в настройки, изображение, эффекты. Там есть такая галочка, а не галочка, сейчас скажу, плотность частиц, ползунок, выставляешь на максимум его. Этот ползунок отвечает за лезвие и за ловушки на лече. Да подожди, не, ты видишь, человек пишет, он просто моментально умер, он, то есть не в метке даже, не в метке стоял. Значит, неправильно занял позицию. Выбрал, да. Ты ж на месте, где появится лезвие, ты умираешь моментально, там никакая анимация, там не видишь. Чек. Заходим за лень. Ладно, давайте, собирались. Фраут готов. Раз, два, три. Фраут, присты, дайте баф. Психопанкс, начинай. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь узреть начало эры разрушения.
разрушения. ЗУДК. Да, третий раз уже. Блин, не сложно Мелику, у меня всегда лезут оттуда. Блин, ты когда выбираешь таргет босса, там появляется красный кружок. Не становись рядом с ним, это же... Я не думаю, что это сложно. Играйте в Хамелеон. ВФ, метка. Блин, ну ты, конечно, спрятал бы Лема. Войд, подымай на Сфератуса. Подожди, стоп. На Сфератус, ты здесь, а как он умеет? Раз, меня слышно сейчас ВК? Да, да, я выкинула. Да, я подумал, меня тоже выкинуло. Играйте все точно в Халеона. Метеор побежали. Пересос, возвращайся в Халеон. Это точно мало дамаги. Мага надо забахать. Что-то нам не везет. Нордвайдер метка. Халеона точечная игра. Милики, обходите лужи, играйте в Халеона. Идем, пока лужа пропадет. Эллен, ну ты либо зайди в квадрат, либо не дамажь в луже. Это один тит. 5 секунд до переходки. 4. 3. Сразу заходи. Рейд заходим. Так, дубль 3. Слышно меня сейчас? Да. Тут там пишут ГРК. Квадрат ставил. Ну, лорд Кавасаки, ты не стоишь в квадрате, поэтому ты умираешь. Потом вопросы, почему я умер. Смотрим грязь. Никол, выноси метку. Заходим в четвертой пати, если добили. Хилика не ворка, да? Заливайте иннер шамана. Давайте иннеры пистоли, БФ выноси метку. Напишите там Джерриан Пеппер, напишите фрауду, что он диспелит. Не спели цвету, чтобы он не забыл. Но пока дамажит. Спасибо, что не написали. Это поможет рейду. Сразу рейд. Центры. Пистоли иннеры. Сколько цены? Готовьтесь, цвету готовьтесь. Ждем метку. Метку ждем. Зигспал выноси метку. Все, рейд, выходим в свет. Давайте максимальная концентрация. Лена, мы в тебя верим. Талик квадрат. Стрелял на броню, пойду. Вивальди, бей через риф разума. Носфератус, прожми придание сил, что ли. Талик квадратик. ТД. Сапфирманный. Побежали, метеор. Вивальди, спешь гимноману. Сейчас лужа закончится, спешь гимноману тогда. Лужа в рейде отошли. РДД, игра большого голема. Во тьме дали рост. А, во тьме нету роста, я забыл. Встанешь сам. Лужа не было протопол. Бафы по шаману, катать диспел, тали в квадрат, побежали метеор, надо стопать и по Халеону, надо писать ему фрау гим на мана потом. Он дал, по-моему, кто-то дал. Я тут вихрь осторожно юзаю. Играйте все в трэш, милики в трэш. РДД большого голема. Талик квадратик. День метка. Зигс спал каплю на БДК.
бежали метеор. Матерный ты большой голем. Какие мелкий трэш. Чё, Лёв, ты уснул? БР еще есть? Друликас, БР откатился? Талик, квадрат. Тебе не слышно. Что там с дебюрсой? Олег, тебя не слышно? Он мне еще бить. Прожмись, БДК. Наметка. Играть в трэш. Олег, тебя не слышно. Играть. О, упало. И все, падайте мне. Слышишь, Нурка? Да. Теперь да. Теперь раньше не было слышно, что ли? По-моему, тишина все время была. Нет, вообще, да. Релла слышно не было. Ну, у меня было слышно, когда я говорил, что Олег, тебя не слышно. Да, тебя было слышно. Да. А так мы в свет вышли, и все, и в тишине полный били. Блин, почти убили тебя в тишине. А как тьма упала? Хил умер или что произошло? Упал там умер. Хилы упали. А, все, я понял. Там, скорее всего, там же умер Зузу ТК, и там, наверное, перекос был, и все, они не захилили просто. Нет, там же умер Зузу ТК, потому что, когда были лезвия, он выносил метку, он пошел за лезвие, и они его догнали. Он не в том полуквадрате был, а родов без длани, хилы даже не подхилили, не помогли. Я вторую подряд метку вносил, у меня не было второй длани, и я все умер. Кто это такой Павлик Морозов тут? Все видит. Очень хорошо. Очень даже хорошо. Причина вайпов иногда именно в этом и заключается. У древа есть глаза. Нам показали свой скилл. Детектив Войт. Чё, ждёте Игру Престолов, ребят? Ну вот, да. Скорее бы этот Дейнерис сдохла. Серсея жила. Серьёзно, рофл? Не, баба Серсея нормальная, а этот Дейнерис конченый какой-то. Олег, тебя опять не слышно. Я пью вино, потому что мне это нравится. Я трахаюсь со своим братом, мне это нравится. Отца дурашу. Та со своим племянником трахнулась. Заебись. А, каким это племянником она? Джон Сноу, который. Эйгон ну Таргарин. Да, ну да. Чё, слышно? Да.
Это фигня какая-то с РП. Так, у кого есть желание поэрелить? Давай попробуем. Только я, у меня не показываются проценты этого перекоса. Давайте я подскажу, как показать. В смысле? Вверху этой строчки нет? Нет, она есть, но она багается, когда ты из тьмы выходишь. Да не багается. У меня видно. У меня не показывается, если я выхожу из тьмы, если я стою в свете, то она показывает. Я скажу стопнуть. Давайте человека погнали. Давай попробуем отпустить голос. Басиста. А зачем он мне? Ну, чекать. Чекать только. Пока у нас не тут. Да, надо КПЗ тратить, значит, чтобы было все справедливо, верно. Кто умирал, кроме ДК бордов? Ну что делаем? Ждем, пока вернется БДК. А он здесь? Куда не уходим? Я извиняюсь, но я метку выносил вторую подряд, у меня не было просто длани, меня хилы не подхилили, я ни в лезвиях, ни в чем-то умер. Замените меня, пожалуйста, если можно. Сейчас, подожди, я напишу кое-кому. А что с тобой стало? Я длани не даю, я играть не умею, я уже спать хочу. Так, ладно, ты просто хочешь спать, я понял. Это я не хочу подводить людей, которым я должна отдать лань, а у меня это, наверное, не получается. Или я сбилась, короче, я не знаю. Да ладно, не расстраивайся. Нет, я не хочу. Короче, ты в свету будешь, а я пойду сейчас на ретрика зайду. Не переживай, на тебя ж никто не гонит. Да ну ты чё, на меня гонит. Тут никто не гонит, кажется, все. Тут это гонит вообще. Я даю, понимаешь, у меня есть КД на длань, а вот тут Хил говорит, что я нифига ничего никогда не даю. Я, может быть, сбилась и давала вместе с ним, я не знаю. Не слушай этих Хилов. Знаешь, хотя наехать, я тебе пытаюсь наоборот помочь. Я тебе же не говорю, что ты такая сякая, не даешь. Ты говоришь, длани не было и все такое. Но на мне не было, когда я умирал. Да ладно тебе, чё ты? Играть. У тебя голос милый. Да, голос мне нравится, мне прикольно. Мне не помогает. Да, спасибо. Спасибо. Фридом, для удобства вам. Вообще старайтесь без него играть. Метки правильно выносите и все. Ходите в RS-10 гигер, учитесь выносить метки без Фридом. Мне хуй урон получать, правильно? Ну? Да, мне нужно будет. Мне скажите, когда эти выборы закончатся? Нахуй нам танки, чё, мы кайтить не умеем, что ли? Не отходите. Вонём сразу зубав, и мы начнём. Выборы в Украине никогда не закончатся. Ставьте шкаф! Давайте ставь шкаф. Эшли. Почём нынче игры на аукционе? Сразу забафайте, Олег. ЗУДК у тебя АДК есть? Есть. Пикайся в АДК, Кубе, ты во тьме будешь. Что мне там делать, Олег? В свету что делать? Если у тебя есть БДК, я что, потанчу босса? Не-не, АДК. Бафайте, Олег. А, АДК Ринал. Есть. Ну так я говорю в АДК с Пекаси, или ты и так в АДК, да? Я стыдно тупо не могу. Ты знаешь, что делать в святом повороте АДК, да?
Не знаю. А что там делать? Я впервые тут этим миликом. Говоришь, что медлить надо будет или что? Кидаешь лужу по трэш и развешиваешь болезни на этот трэш. А, понял. Хорошо. У нас три танка. ТК. Потом ДД. А чё КВ в танке? КВ с ПКС в ДД. Пуш во тьме. Перекинуть его в тьму, да? В ЗУЗУ. Да, 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 все равно. Пусть такого не будет. Такого не будет. Думаю, кого не будет умирать в этом. В тьме так. Так, кто что танчит еще раз? Ну, все тут. Псих тьму. Кто так же? Давай, начинай. Начинай, начинай, психопункс. А в свету ставь эту ауру на защиту. Я ставлю его там. Вальд приноси. Если кто-то упадет, то войд поднимаешь его. Он же греет. Дай сакру. Выноси. Давайте больше по боссу. Много код. Дальше. ДК, заходи сразу. Заходим. Не первый план. Лев первую длань, вторую хуяпал. Вот ты. Левее надо было нести. Чардж, босс, быстрее чардж. Блин, я не ожидал, что так далеко. Лорд Кавасаки. Назад относили, левее, 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 к старой мерке зачем? Чем вы все вперед бежите просто так? Да доходим? Длани нету, повару. Было. Заходите, да. Заходите. Все, не заходите. Войд. Видишь, сейчас Войду придется, блин, ждать. Уже будет больше. Нам стаков будет больше. Дайте мне Иннер рано еще. Иннер по шаману. Кто там, царь зверей, друг из ВВ выноси. Но вы... Чем вы наперед бежите, когда не лезу? Все так ярче. Не сори. Если лезвие закончится, ждем метку, потом выходим. Лорд Кавасаки выноси. Входим в свет. Первая, вторая — это тьма, правильно? ЗУДК в свет выйди, ЗУДК в свет. На стене откуда ЗУДК? Да беги до стены-то. Смотрите лужу.
уже в рейд. Кота бьют, меня бьют. Ну, мне сейчас показывает агро 0%. Тут типа. Не знаю, сколько там, кому надо стоп. 50-50. Просто во тьме. Ну, просто во тьме. Да, забавно. Пойдите, служи. Разлей лужу, кто-то пал. Зверей выноси. Каплю отдал. Прибежали. После мощной гильма ману дам. Угу. Да, ты там. Давай фьера выноси. Нет, после диспелла. Блять, куда ты несешь метку, лорд Кавасаки? Сука. Извините за маты. Отведи трэш. Там людей стопни. Отведи трэш, отводи трэш, отводи трэш. Ты же видишь растут. Зудыка стопнул урон. Залейте, помогите всем залить трэш. Зуду, помогите залить трэш. Тима стопнуть. Перебежали быстрее, перебегаем. Спиной не поворачивайся к ним, зукспол. Глани сейчас не будет, Войт, слышишь? Глани не будет, у меня ВКД. Эшли, выноси. БР? Да-да-да, блин, я забываю. А, Войт упал. Берти, Войда. А, у нас все дроиды мертвы. БРов нет. Лапа предков, у тебя есть БР? БР не Войда тогда. Напиши их по МВ. Проворачивай на рейд. Перебегаем влево, влево. Быстрее заезжать. Топаем. Чука. Тьма, стоп, дома. Всё. Тьма, стоп, дома. Да, все, там танк упал, падает. Бля, там не хватило 3 миллисекунды. Почти уже каз дошел. Видишь, Марк, зачем ты морозишь? Да. Бля, вот Кавасаки, почему ты выносишь метку вперед, впереди босса, если там сзади тебя куча свободного места. А я по привычке постоянно вперед выношу, поэтому. Так выноси, поворачивайся на 180 градусов и выносишь назад, потому что после тебя мне пришлось ждать лезвие, чтобы вынести эту метку. И у меня было КД на длань. Все, я понял, окей. Просто я когда, ну, назад выносил постоянно, там периодически, ну, я не знаю, мое везение, постоянно был портал. Поэтому я постоянно в портале метку спамнили. Ну, как-то, поэтому я привык вперед и, собственно, ну, как-то так, окей, буду назад кидать. Сейчас у кого, кто БР потратил? Друкус, да? Да. И все, да? Пристабав лапу, инту, каску, КПС. Ставьте мамонт. Давай.
стоите за Лени. Он сейчас один человек примет и начнем. Он написал АФК одну минуту. Все готовы, начинай. Маги там далеко. Он уже в рейд, осторожно. Ордов. Васаки наноси. Возвращайся через хвост. Рейд. Ворд Кавасаки, подойди к стенке. Стой, погоди. Не заходи. Все, заходи. Заходим. Первую метку несете ближе к хвосту. Во тьме. Не вперед, как вы это обычно делаете. Ближе к хвосту. Ну, нормально. Вот так надо носить первую метку. Боритесь, чтобы тебя не убило лезвием. Скажите. Ой. Уходи. Сейчас метка будет. По-моему, тоже. Нет, сейчас с лезвием. Сейчас надо вперед бежать. Вот, вот смотрите. Метка с лезвием. Гайд записывал. Идеально вносит. Вот если бы сейчас были ворезки 10 гер, где фридомы не работают, он бы все равно его не убило лезвием. Пять процентов там еще. Видите, лезвия нету, человек несет ее ровно назад. 2%, готовьтесь, там свету один. Я есть свет, и я есть тьма. После метки выходим. Вон, появилась метка, полипал. Выходим в свет. Туда, левее, левее. Дайте чуть-чуть. Куда ты несёшь? Дайте назад. Лорд Кавасаки, левее, левее. Перебежали. А, стопните сейчас по боссу играть, сейчас перевес будет там. Перебежи на ту сторону, царь зверей поднимешь, его фраут выноси. Выходи. Рукус выноси. Перебежали, поднимаем у тебя зверей, можно к вам там заходить? Скажите, когда можно заходить? Рано еще, лезвие. Жди. О, будет два гимна манану. Давай. Ну что, можно к вам заходить? Да.
Заходи, лорд Кавасаки, вон там под хвостом портал. Куда ты бежишь? Стопайте, свет. Стопайте, меня свет, перенимай. Топните свет, ждите. Сейчас он там раздамажит. Перебежали. Что, нормально, можно бить? Сейчас сначала по големам, потом по боссу. Эшли, выноси. Ну все понятно, надо я тут два хулипала. А. Давай, знаешь что, лапу предков. Поднимай и... Все, ладно, упали. Все, я аж упал. Ну, падаем, падаем. Ты не сказал разве падать, я зашел в лужу уже. Нет, ну, нормально. Что-то я, наверное, встал неправильно, блядь. Короче, лорда Кавасаки в свет отправлять надо, он тут послакает на каждой метке. Может, не в хила спекнулся этого ретрика в ГД? Да, это перевес. Ты можешь, короче, в хила похилить тьму, ордов пойдет свет, пепперов, ретрика, например, так. Ты что-то поменяется. Короче, нет, пускай спекайся в ДД. В хила. Давайте один трай еще дадим.